Рахисты Енисей СТМ. Это Павел Бутенко. Тоже играет Беленков. Хорошо, низко входит. Радио Красноярск ФМ, Сибирское агентство новостей. Сибновости. Но к чему, ни к чему это не приводит. Перебросили в очередной раз в коридор. Такой технический. Судья показывает, что все отлично. Хватит уже желтых карточек в этом матче. Напомним, прошел сначала. Поддерживают уже итальянцев, просто жалко, жалко команду из Мальяна. Наверное, в общем-то, два пособия. Чужую половину поля. И, кстати, Кушарев сейчас то же самое нам демонстрировал. Рака не было. И также он показывает итальянцев. Виталий Орлов, украинский легионер. Да, это он и был. Ну, захват просто сумасшедший. Преимущество Енисея продолжает расти. Юрий Кушнарев может себе позволять такие вещи. Удар ногой, который, в принципе, не совсем оправдан. Но, опять же. Генеральный партнер нашей команды, группа компании Fort Knox. Спонсоры и партнеры. Нужно приземлять этот мяч еще одним подъемом. Pick and go, так называемый, сейчас нам демонстрируют регбисты Енисей СТМ. Судья.